Привет всем! Всем привет! Меня зовут Алик. Сегодня мы будем делать обзор бейблейдов. И что у нас есть сегодня? Три бейблейда. Посмотрим, что это за бейблейды? Да. Начнем с этого. Первый бейблейд — это Одакс. Он атакующего типа. Тут показано, что атака у него на шестерочку. Посмотрим, как он в деле. Давай посмотрим следующий. Следующий волчок — Екдрион. Волчок выносливого типа. И выносливость у него 8 из 10. И последний у нас остался. Это Виврон W2. Волчок оборонительного типа. Он обороняется. Да, оборона у него 7 из 10. Ну что ж, давайте открывать. Золотое. Что там золотое? С блестками, да? Да. Тут есть блестки, оказывается, на нем. А тут штаны какие-то. Буква М. Держи. Виврон готов. Теперь следующий. Одакс. Кодекс части. Такой оранжевый Одакс. Одакс самый такой. Тоже. Да, там тоже блестки? Да. Ну, куда я гляну? Я не знаю, видно тут или нет, тут блестки видно с другой стороны. В пластик добавили немного блесток. А тут буква Б. Тут буква Б, Бейблейд. Мне кажется, там тоже Бейблейд, только тоже буква Б, только она по-другому там нарисована. Одакс, мне кажется, самый необычный бейблейд. Выглядит он необычно. Готов второй. Этот самый крутой. Да, ты так думаешь? Если вам видно, вот, ну... У него основа, да, по-интересному сделана. А тут что-то... Крестиком. Если вам видно... Там, я не знаю, как трезубец какой-то нарисован, да? Нет, есть какая-то такая фирма. Интересно. А тут обычно. Да, там нет блесток, да? Екдрион у нас без блесток. Ну, чуть-чуть, там золотой чуть-чуть. Блестящий, да? Посмотрим, как они крутятся. Давай посмотрим. И мы начинаем. Первая битва. Виврон против Одакса. Раз, два, три. Так, они оба разлетелись. Даник в шоке. 3-3. А у меня вообще энергетический слой куда-то улетел, посмотри. Надо искать сейчас. И второй раунд. Одакс против Виврона, да? Раз, два, три. Сейчас кто-то взорвется. Сейчас посмотрим. Ой, они такие же, как... Виврон устойчивого типа. А Одакс... Нет, это устойчивый. Это устойчивого типа? А Виврон какого типа? Нападающего? Да. Нет, Виврон оборонительного типа. Он обороняется. Да. О май гаш! Ура! Виврон победил. Так, побежденного бейблейда убираем. Теперь давай попробуем Юникрест против Екдриона. Да? Давай. Раз, два, три. Я запустил сильно. Ура! Екдрион выносливого типа. А Юникрест защитного типа. Ну, мне кажется, Юникрест проиграет, да. Он устойчивый. Он еще так хорошо крутится. Да, Екдрион победил. Еще раз. Давай теперь посмотрим Екдрион против Одакса. Да? Следующая битва — Екдрион против Одакса. Я вперед. Запускаю сильно. Давай, раз, два.
бобы. Так, Одекс проигрывает. Нет, если он его сильно ударит. Ударит. Все. Ягдрион победил. И теперь, наконец, Ягдрион против Виврона. Начинаем. Раз, два, три. Внимание. Ягдрион, внимание, Виврон защитного типа, а Ягдрион выносливого типа. Не так сильно крутится. Ты посмотри. Та-дам! Ягдрион победил! И сегодняшний победитель у нас Ягдрион, волчок выносливого типа. Ура! И небольшой бонус. Думсайзер против Ягдриона. Раз, два, три. Ох ты ж, ты посмотри, что творится. Почему он крутится мимо? Ой. Думсайзер сдает позиции. Что происходит? Практически одновременно остановились. Давай еще раз. Еще раз. Раз, два, три. Все, сейчас я тебя выиграю. Крутись, крутись. Если будет такое же. Мы все узнаем. Мне кажется, Думсайзер сдает позиции. Сдает позиции? Да. Он победил! Ура! Не ожидал, что такое. Они так круто крутились. Помнишь, это вот? Они крутились совсем так же, вот так. И остановились так. Ой, какой на! Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три. Или Ягдрион. А, Ягдрион. Ягдрион. А не Думсайзер. Думсайзер теряет направление. Внимание, внимание, Думсайзер дает позиции. Смотри. Нет, выносливого типа побеждает. Ура! Ягдрион победил. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока! Пока-пока!